хто був найцікавішим суперником для НБЗ? Первый раз, когда мы первая игра у нас, когда была с Киевской мисской администрацией, в принципе, да, такая хорошая команда, комплексная, то есть мы как раз зашли только в Суперлигу, вот, то есть это была такая первая игра, в принципе, нам очень понравилось с ними играть, хорошо ребята играли, вот, остальные игры, в принципе, мы уже готовились, понимали, что уже таких легких проходных игр не будет, надо играть, больше экспериментировать, вот как мы сегодня сделали второй тайм, мы уже выпустили пятого игрока, немного начали посмотреть, как у нас получится с пятым полевым игроком. Вот. Ну, потихонечку вот, набираем форму, тренируемся, играем, то есть, стараемся, готовимся на лучшие команды, все ж впереди. Ця ліга підходить вам по рівню суперників, да, чи прем'єр-ліга краще? Ні, я думаю, здесь начнем все здесь, сначала в этой лиге, і будемо постепенно переходить все вище, вище і вище. Чи є якийсь суперник в зустрічі, з яким ви чекаєте? Мы готовы играть с любой командой, в принципе. Нам интересно любой соперник, проявить свои силы, возможности. Единственное, все будет зависеть от сбора команды, на, ну, как у нас будет получаться собраться. Если будем собираться, в принципе, с таким вот оптимальным составом, я думаю, в принципе, все будет хорошо. Турнир начался, уже первые игры сыграли. Мабуть, є якісь очікування, сподівання, на якому місці завершите? Перше. На перше? Перше, звісно. Тільки перше. Дякую. Кучер. Так. Іп, ну, пора підвести підсумки початку турніру. Ну, знаєте, початок більш таки смазаний, оскільки знов таки питання составу, збору. Mm-hmm. Ну і сьогодні теж мало бути ще три людини. У всіх трьох сьогодні температура. Тому знали, що треба буде бігати за себе і за того парня. Настроювалися до кінця, до свистка. Ну і ми ні в чому не вступали супернику, як і він нам. Але ну, я гадаю, що вдача всміхнулася нам в цьому матчі і вже на останніх секундах. Ну, останній гол поталанило. Є якийсь суперник, якого Піп боїться? Ми нікого не боїмося. Нікого не боїмося? Нікого, ми навіть без замін можемо. А розраховувати, що будуть складні матчі попереду? Чи вже не... Чому ж ні? Чому ж ні? Ми завжди виходимо без думки, там, недооцінки, переоцінки. Ми просто знаємо свої сили. Граємо, як виходить, як дають суперники. Ну, якось так. Чи вдасться ну, налагодити збір? Чи ви вже призвичаєлися грати в п'ятьох-шістьох? Тижня через два вже буде більше людей. Ага. Буде більше людей. Тобто буде ще цікавіше? Буде цікавіше. Сергій Ігор, команда «Київрада» з побідою вас. Звісно ж, ну, що ти скажеш по поводу трьох суперників, яких ви вже зустрічали? Кто тебе показался неудобным? Чувствуется ли разница в уровне? И... Безперечно, разница відчувається. Мы вышли, перескочили одну лигу сразу с срібної в суперлигу. Важко. Перші дві команди, перша команда взагалі була страшенно бігаюча, ми за нею зовсім не співали. Дві наступні хорошо організовані, можна було на рівних бігати. Вдалося нарешті в третій виграти, бо дві перші програли. Не дуже приємно було, але набагато цікавіше, да, ніж в попередній лізі. Якщо будемо старатися, кожен суперник дуже цікавий, ну, без таких там, різниць в м'ячах 5-6 штук немає, тому якби, цікаво грати майже до самого кінця і всі інтриги. Да, наблюдаєте ли за будущими суперниками, так як ігри в один круг, то все ж кажеться дивимося неудобним? Дивимося перед грою, дивимося. Я так розумію, поки що з того, що ми бачили, то, напевно, самий такий складний суперник у нас був у першому турі. Дійсно, молоді бігаючи. В другому турі вони теж виграли свою гру, я не знаю, тепер, але хороша команда. Але є багато таких теж, ну, принаймні, організація гри в кожної команди на високому рівні. Нема такого, що десь там провали, що щось важко грати. Дякую, що у нас вроді непоганий збір, всі три гри якось стається чуть-чуть триматись, принаймні, щоб не пропустити дуже багато. Ну, з побідою вас все одно. Дякую вам. Спасибо. Іванов Олександр, капітан команди «Рамона». Ну, що? Упустили свою победу или все-таки играли на самом деле на определенном присутствии везения и потом все же команда «Київрада» перебегала? Что ты скажешь? Да, сейчас я думал о следующем. Мы знали, что будет тяжело. Ребята смотрели игру их предыдущую, они играют в пас, много бьют. И мы
настраивались на то, что будет, ну, тяжело, и я от обороны. Но забили два гола, и мне показалось, что это нас расслабило. Что мы решили, все, ребята не очень, и мы будем, значит, в таком же духе играть и забивать. Но они нас перевернули. Мы начали теряться, они больше пас, открываются зоны. Так что, касательно вопроса, да, первые два гола отличные, а остальное, конечно, нам повезло, что они где-то провалились. Ну, результат закономерный. А вот скажи, по тактике, не считаешь ли ты, что вот, вот эта расслабленность, она проявляется больше всего в тактическом рисунке? Потому что, например, в атаке видел в линию троем, бежите, ну результата от этого мало. И в обороне, не стоите в обороне. Да, да, тактически. Мы спешим забивать не вне зависимости от счета. Проиграем мы или нет, мы бежим забивать, сломя голову, и это очень плохо. Ну, будем менять, я надеюсь, что все-таки... Ну, мы как-то перестроим свою игру, а дальше соперники не слабее. Капитан команди Бразобро, як воно повернутися на маленьке поле? Ну, в принципе, хорошо, нормально. Единственное, что немножко сложно по физухе играть, потому что где-то две недели, да можно сказать, даже три недели без футбола, и так сразу же на поле в игру. Немножко сложновато. Ну ничего, в принципе, все хорошо, нормально сыграть. Які плани у Бразобро? Пограти, понагравватися на такому маленькому полі, звикнути до нього, чи є вже якісь цілі, зайняти якесь певне місце, чи в верхній половині турнірної таблиці? Ні, у нас завжди в правилах, у нас задачі ставимо, вірніше себе, займати перші місця. Ну, зараз у нас повністю, ну, практично на 50% повністю друга команда. Нужно немножко время, чтобы сыграться, чтобы все были, на всех посмотреть, даже я некоторых людей еще не видел, как они играют, поэтому наигрываем состав, к игре, думаю, будем прибавлять, я думаю, все будет хорошо. Есть какие-то соперники, кого боится Бразобро? Да нет таких абсолютно соперников, все мы играем на одном уровне, мяч круглый, поле одно для всех, я думаю, всех шансы одинаковые. Не можу не запитати про матч СЛК, давно, знаете, часто с ними встречались. Да. Немножко перегорели мы в начале второго тайма, мне кажется. Все остальное время, в принципе, команда довольно сбалансированно играет. Не знаю, что произошло в начале второго тайма. Это будем смотреть повторы, посмотрим, где мы провалились. Наверное, слишком уверенно побежали вперед, нас подловили, вот и, в принципе, результат в минус 4 гола сразу же оторвалась СЛК. Ну, в цілому, добре пройшли ці три тури перших, чи не зовсім вдало для Бразобро? Ні, звісно, два пораження, одна победа, це, можна сказати, неудача. Ну, надіюсь, всі остальні ігри ми зіграємо намного краще. Новий СЛК. Є якийсь суперник, зустрічі, з яким ви очікуєте, чи очікували у вашій лізі? Да, все что-то говорят про МБЗ, что хорошая команда, мы с ними сыграть. Мы еще не видели, как они играют, не играли с ними. Не то, что их боимся, а просто интересно с ними играть. Старт вдалий для СЛК цього турніру? Чи не зовсім? Я хотели больше очков заработать, чуть не получилось. Но сегодня особенно хотели выиграть наши старые друзья. У нас с ними всегда интересно играть, поэтому довольны победой. Знову Валентин буде одним із топ-бомбардирів ліги, чи як ви? Лучше у нього спросити, ну і сьогодні розпечатав, скільки 3-4 забив. Молодець, я думаю, що буде набиратися кожної гри. Які плани у вас? Перші місця чи отримувати задоволення від футболу? Як завжди, приїжджайте, отримайте удовольствие. Ясно. Так, ну що ж, поздравляю, получилось удержать счет. Непростой очень матч оказался, хотя и сбор у вас был хороший, и в принципе очень комфортный счет после первого тайма, но второй тайм оказался очень тяжелым для вас. Так, в первую очередь, поздравляю, что удержали, и как эмоции, какие впечатления? Эмоции зашкаливают, во-первых, потому что мы никак не могли обыграть Отрадный. Тот же Отрадный, Спортинг Отрадин, Отрадный. Как бы они ни назывались, да? То есть мы не могли их обыграть, играли в ничью и проигрывали им. И сегодня просто было запредельное желание сегодня просто выиграть. Мы поэтому собрали сегодня максимальным коллективом. Поэтому очень... Прям историческое событие, да, наконец-то первая победа. Да, вот с Отрадных, да, поэтому я поздравляю наших ребят, именно только наших, потому что мы сегодня трудились, ну... Да, вы хорошо, на самом деле, очень отработали. Ну, в принципе, на самом деле, вообще матч до конца держал интригу, моменты были. Иногда казалось, что и вы уже забьете сейчас там разрыв 2 и тогда проще, но и Отрадный мог не раз забить. Как кажется, в следующих турах
Будет уже попроще, говорится, нет, когда побороли проклятие, не победы над Отрадным. Нет, я думаю, что все матчи будут сложные. У нас всегда матчи на Карвалоле, как говорится, там, да. Валидол, Карвалота, что там берут. Кто-то употребляет, да. То есть поэтому очень тяжелые матчи у нас все, причем. Без Отрадным, не Отрадным. Все, то есть до последней секунды держится. То есть ожидайте, что остальные матчи будут явно непростыми, но естественно настроены. Впереди еще фавориты, поэтому еще. А кого считаете фаворитами? МБЗ. МБЗ. Да, ну мы однозначно. Да, ну будем стараться с ними играть тоже хорошо, поэтому. Ну что ж, удачи, сыграть с ними хорошо. Думаю, что сбор надо, возможно, даже еще, если есть возможность усилить. Спасибо. Будет явно непросто. Артуру привет. Обязательно. Счастливо.